Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 268. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 5 сентября 2016 года. Ну вот, ознакомиться с материалами о человеке, натворившем невиданное зло в России, перессорившим миллионы людей. Это замысел был. Может, ЦРУ, может, это одна часть хьюстонского, там, гарвардского проекта. Главное, это даже не в этом. Главное, в ослеплении до патриарха всех. Приняли его, и ему дали, и все. То есть это в систему лжи так и вошло. Сколько он лгал, сколько он придумывал. Бесстрашие, безбожный совершенно человек. Никакого понятия нет, что за все придется отвечать. Вот это нынче Роспотребнадзор на нас травли было, это все его дела. Все у нас документировано, это запись, как он это, рождественские чтения. Это новые ролики, вот, где синий указывается, открывайте, смотрите. Там не нам считать, люди сидят. Он решает, кто секта, а кто нет. И как помрачение у всех. Никогда этого не было. Секта, секта. Что бы ни видели, секта, секта, секта. А что такое секта, не знает. Ну, открой словарь, посмотри. Мне оскверняет богопротивными речами. А то как? Псевдоправославное, ненаучное, ну, всякое. Затесавшийся в число граждан. Ну, такая его роль была от рождения. Потеря страха Божия или неимение. Созданием, распространением злобных слухов. Я подтверждаю это. Он на меня 4 раза наезжал. Сплетен, как кемеровская епархия. Манкурты. Как на трупе. Вот это прочитайте, что митрополит Антоний Храповицкий говорил. Виталий Калиников. Тем самым в тех и многих других обстоятельствах, которые запечатлены и не запечатлены на видеокамеру, Игнатий Тихонович прошелся сапогом своим по моей гордыне, самолюбию, высокоумию. Я, к слову сказать, именно за этим и к нему и приехал. И совершенно осознанно и добровольно пошел на этот экспириенс. Ой, еще как. Не эксперимент. Да, мой ветхий человек стонал, пищал, роптал, противился, противоречил и так далее. А новый глубоко в сердце тихо благодарил Творца за его милость ко мне, ощущая неимоверную пользу для своей души. Пользуясь случаем, снова и снова хочу сказать, я бесконечно благодарю дорогого, уважаемого Игнатия Тихоновича за его отеческую любовь, оказанную мне, которая выражалась именно так, как она выражалась. Да, и в Писании, в послании к Евреям, в 12 главе мы считаем, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Слава Христу! Вот какие известия. Я беру малую часть того, что присылают. А то, говорят, похвальные. Не похвальные, не похвальные, такие, какие есть. Все тут похвальное. Вот сегодня утром поставил 4 ролика. Вот такое дело. Это наш, мой мир. Ресурс очень богатый у нас.
18 916 фотографий. Видео 3580. Тут можно в почту писать вопросы, ответы. Вот наш форум, большой форум, прекрасный. 1592 темы. Ну а это уже YouTube. И сайт «Во свете Библии». Да, самое ценное — это вопросы и ответы. У меня есть страница в Фейсбуке, там Твиттер, где только нет, Одноклассниках, ВКонтакте, я нигде не бываю, да и времени нет. Но даем огромный материал свой. Вчерашний день много времени потратил с Володей. То, что Игорь дал мне пшеницу, не отходы, а пшеницу для голубей. Примерно 1600 килограмм. То есть больше, чем 1,5 тонны примерно загрузить, поднять, спасти от мышей. Вот это день. Так. Вначале копать картошку маленько, там мешков 5 выкопали. Все. Некогда. Никита пасет все время. Все идет, уходит. На целый день. Подходят, просят. Вот и все. События прошедшего дня. События. Батюшка поймал больших карпов на пруду, где воду повысили. Вчера дает, я никак не поверил. Я говорю, ну может купил? Нет. А что ж я голову-то отрезал? Ты с головами бы дал их. Ну, отрезал.